на планете люди выращивают в одном саду 5000 роз. И они не находят того, чего они ищут. А ведь то, чего они ищут, есть только в одной единственной розе. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Нужно просто на них смотреть и дышать их ароматом. А где же люди? В пустыне так одиноко. Хотя среди людей тоже может быть одиноко. А я знаю, до чего звезды светятся. Чтоб каждый мог найти свою звезду или даже созвездие. Сценическую зарисовку «Маленький принц» исполнили артисты театрального и концертного отделения Международной детской филармонии Никита Кузьменко и Мариана Айрапетянц. В роли летчика выступил ведущий проекта Magic Fashion Week Федор Федотов.